Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре Болонские удилища от компании Волжанка Про Спорт Топ Бола. Моделька выпускается в трех длинах 5-6-7 метров. Палочки относятся к топ-сегменту, то есть это верхняя ценовая категория, в общем-то, из качественного угля, порядка 46 тонн. Бланк в прекрасном просто дизайне, таком вот стиле русском, что называется, да, тире-волжанковском, как они часто это делают. Но мне лично очень нравится, это и карбон такой напоминает, приятную карбоновую сетку, и в то же время узоры такие. То есть даже когда проводишь пальцем, они, скажем так, чувствуются, они пальпируются. Значит, колечки облегченные с тончайшей вставкой, можно сказать, которые, в общем-то, дают бланку такой баланс, такой вес и такую работу, что вы почувствуете одно удовольствие от этого. Колечки Seaguide. Надежный катушкодержатель, позволяющий установить сюда катушечки 2-3 тысячи размеров по Shimano. Ну, в общем-то, на баллонке особо много не надо. Можно 4 тысячи, я пробовал Shimano. И катану, и бюджетный, и более высокого ценового сегмента. Сюда все встает прекрасно. Имейте в виду и не считайте, что это не совсем правильно. То есть здесь у нас хлыстик без разгрузочных колец идет. И, соответственно, без тюльпана. То есть тюльпан и два разгрузочных кольца в пакетике отдельно. Пристегнутый к бланку, вы, соответственно, одеваете на хлыст разгрузочные кольца без всякого клея, просто одно побольше, дальше поменьше. И на секунду клей водостойкий, момент секунды, клеите аккуратненько этот тюльпанчик. И все у вас прекрасно встает, засыхает, и идете ловить. Значит, на втором колене разгрузочное одно кольцо у нас подвижное. Соответственно, такой вариант колец, то есть два подвижных разгрузочных на хлысте и одно подвижное разгрузочное на втором колене, оно позволяет правильно распределить нагрузку и не дать заломиться в случае его критического превышения к тому же второму или третьему колену. То есть это сделано для распределения нагрузки. Тест у, я не сказал в начале, 10 грамм, но здесь, смотрите, я не производитель этих удилищ, и, соответственно, но я ими ловил. То есть семеркой я ловил довольно часто, мне она нравилась. И поплавки, вот я сейчас точно не вспомню, но 18, то ли был у меня 18 грамм, то ли это был 16-граммовый поплавок. Но, грубо говоря, по моим ощущениям, я абсолютно точно могу сказать, что на придержке, на жесткой, 15-16 грамм эта палочка держит. Поэтому даже несмотря на тест 10 грамм. Ну а по нагрузке я вам хочу просто показать. Мы сейчас их разложим. И я специально вам покажу, посильнее мы ее нагрузим. Я ее потяну, соответственно, посильнее, да, что прям вот двумя руками упрусь в комель, что вы посмотрели, какую нагрузку она держит. То есть при правильном вываживании, при должном умении рыболова, эти удилища болонские, они справятся и с рыбхозным карпом, грубо говоря, там 1,5-2 килограмма, никаких поломок здесь не будет. Естественно, вы, если его там через себя перебрасывать не будете и так далее. Ну, а по весу оснастки я вам сказал, что, ну, 15 грамм кто ловит поплавочком, 16 грамм, мне это не мешало, что есть написано ТС-10. Но при этом, что крайне важно, так как уголечек дорогой, то сам строй этого бланка, он позволяет ловить и на более лайтовые варианты. Может быть, отчасти поэтому здесь пишут 10 грамм, потому что, в общем-то, такая спортивная, в общем-то, больше ловля. Поэтому, если вы ловите там 7, 10, 12 грамм поплавочки, это вот просто идеальная серединка для этой палочки. То есть она и бросать будет легкие поплавки, которые не бросит, допустим, тоже удилище, где будет тестом 20 грамм, допустим. Да, нужно вам бросить. Есть такие удилища, которые за счет своей, ну не знаю, грубо, наверное, скажу, там дубизны бланка, они не могут их бросить легкие веса, их нужно прогрузить. Вот этот вот вариант, чем мне он нравится и чем мне эта серия вообще Волжанка нравится именно, которую я, в общем-то, иногда сам беру, да, и ловлю, как я сказал.
именно тем, что она универсальна в этом отношении. То есть она работает и с легкими поплавочками, там плотву половить, густерку забросить и так далее. И в то же время тяжелыми, когда вот я ловил на канале Москвы, кто в России, наверное, не знает, не, как бы в регионах не знает, где находится канал Москвы. Но, в общем, там течение довольно приличное, и поэтому я ставил такие поплавочки, и мне тоже это не мешало ловить язика, там, леща, да, и так далее. Значит, разговорился. Еще один момент. Не переживайте, когда увидите вот такую вещь, когда вы открываете, вот здесь, в общем-то, припаяно коленце такое к пробке. Да, это сделано специально, это не ошибка и случайно, а то уже люди там мне несколько раз звонили, говорили, а что это такое, может быть брак. Значит, дальше жесткий чехол. Пластиковый, это, на него можно хоть наступить, ничего кольцам не будет. Соответственно, этот чехольчик плотно и жестко закрывает вот так колечки на двух завязках. То есть, все отлично. Значит, сейчас мы пойдем разложим их. Я сначала скажу основные характеристики. Я за кадром листок положил, здесь измерил, чтобы уже точно вам говорить, что можно мне доверять, и я сам своими руками это мерил. Значит, по фактической длине крайне важный момент. Пятерка 484, шестерка 580 и 680 семерка. Это фактическая длина. Вес пятерки 174, шестерки 238, семерки 346. И диаметр комля, имейте в виду, я мерил вот здесь. 19, 21 и 24 миллиметра у семерки соответственно. Длина рукояти от центра катушкодержателя я мерил, потому что обычно мы держим, естественно, так. Значит, 44 вот это расстояние у пятерки, у шестерки 47 и 50 у семерки. Транспортная длина 141 пятерки, 142 шестерки и семерки 145. Но по поводу транспортной, чуть-чуть там может быть плюс-минус, как в один чехол, сами понимаете. То есть я сделал зазорик где-то 2 сантиметра приблизительно. Значит, имейте в виду, что при покупке в магазине Мультифиш тех людям, кто подписался на три социальные сети Telegram, ВКонтакте, YouTube, желательно RuTube, да, Дзен канал у нас есть, мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, купленные у нас, и по акции, в период действия такой акции, две запчасти в год вы можете получить бесплатно, даже если вы сами сломали, наступили, уронили там и так далее удилище. Поэтому обязательно подписывайтесь на социальные сети, это крайне важно для вас и положительно для нас. Давайте пойдем тогда сейчас разложим, смотрим строй, нагружаем, как я обещал, посильнее, и дальше возвращаемся сюда за столик. Итак, друзья, значит, пятерочка у меня в руках. Ну, я не ощущаю, что я ее в руках вообще держу. Смотрите, идеально встает тут же. Давайте нагрузим. Еще раз смею повторить, что я ловил шестеркой и семеркой, и прекрасно она работали и шестерка, и семерка. Смотрите, шестерочка. Ну, просто стрела, изумительная палочка. Я сейчас даже, мы сейчас проэкспериментируем и попытаемся ее, я даже пожестче ее согну. Давайте. Сейчас посильнее вторую руку, видите, подключаю, вот несмотря на тест, смотрите. Я просто вижу уже палку, что она держит все, смотрите. Вот смотрите, какая уже все, уже предкомливает, аж комель чуть-чуть, смотрите, верхняя часть, где кольца. И 7 метров. Ну, тоже, смотрите, я левой рукой держу, ну, еле-еле, ну, изумительная палка, мне очень нравится, вот ей я ловил. По-моему, даже 16 точно я ставил поплавок, 15, 16, 18 даже, по-моему, стоял. Да, нагружаем. Смотрите, я опять вторую руку приложу. Смотрите. Ну вот тест 10 грамм стоит. Ну, поэтому имейте в виду, при умении она держит и повыше.
и так убедились, в общем-то, в относительной мощности этих удочек, в универсальности. Вот такой чехол к ней идет, не впитывающий влагу, не промокающий, соответственно, не впитывающий запахи. Клапан на липучке, прорезиненный полностью, ну и довольно симпатичный на внешний вид. Прострочки все здесь. Ну, ничегонькие нитки не торчат, все ровненько, все аккуратно. То есть можно даже и подарить, сами понимаете, да, кому-то в подарок. Ну, по-моему, прекрасно. Но лично мне нравится, на мой вкус. Просьба моя от меня к вам. Если не затруднит, пожалуйста, поставьте, нажмите на вот такой пальчик вверх под видео. Лайкните, что называется, кнопочку подписаться нажмите. Для меня это большой... Большое спасибо будет от вас. Смотрите канал Мультифиш, покупайте в магазине Мультифиш, получайте гарантии, запчасти будете подстрахованы в период действия такой акции. Всего вам доброго и до новых встреч!